Регулярные субботники и акции по озеленению придомовых территорий для жителей микрорайона КСМ давно стали традицией. А потому, чтобы подготовиться ко дню города, здесь хватило буквально нескольких штрихов. Жители микрорайона и председатели домовых комитетов очень активно берут эти растения, очень активно участвуют в высадке этих зеленых насаждений и благоустройстве своей придомовой территории, о чем вы можете посмотреть именно на микрорайоне, который очень сильно сейчас изменился. Помимо деревьев и кустарников, выделенных администрацией, свою лепту в озеленение вносят и сами жители. К примеру, Владимир Иванович Завгородний регулярно делится саженцами, которые выращивает на своем земельном участке. Сегодня это ростки экзотического дерева азимины. Это абсолютно новое дерево, плодовое дерево с хорошим декоративным оформлением, лист красивый, все. Вот мы его начали сейчас высаживать. 9 кустов я сейчас высаживаю здесь. Для школы, для детского садика по одному. Всего в микрорайоне высадили более 200 саженцев. Столько же луковичных растений уже ждут своей поры цветения. Нарциссы и лилии, перезимовав, должны взойти уже к первым майским праздникам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.